Всем привет, с вами Влад, это видео по игре Brawl Stars, и сегодня я апну Эдгара на 25 ранг, а точнее я уже это сделал. Почему так случилось, вы узнаете в этом видеоролике, ну а пока ты обязательно ставь лайк и подписывайся, и конечно же пиши комментарий. А сейчас давайте посмотрим на анимацию 25 ранга. Ну вот и все, ребят, я апнул Эдгара на 25 ранг. Долго, ребят, долго я пытался это сделать, и только тогда, когда я купил скин Орочи Эдгара, у меня получилось это сделать. Не знаю, может скин удачу какую-то принес или что, но, конечно, да, Эдгара не так уж и легко апнуть. Ну, а сейчас давайте посмотрим последнюю катку до 25 ранга на Эдгаре. Итак, начинается каточка, я, значит, тут сразу добываю баночку. Так, где я? Стоп, не понял. Так, отслеживаю Влад, вот, отлично. Далее я уже добываю вторую баночку, и вроде пока что все идет нормально. Поначалу я думал, что здесь в кустах кто-то сидит, и что меня сейчас закрысит, но мне повезло, и здесь никого не было. Я спокойно забрал баночку, и теперь у меня уже было их три. Ну, потом, ребят, я уже стал замечать бравлеров. Вот тут Биби крутилась, я, в принципе, решил с ней затимиться. Там еще снизу была пчела. Но я не знал, Биби с ней затимилась, либо же нет. Поэтому не стал ее сразу убивать. Тара пытается как-то аккуратненько на всех набить ульту. Ну, а Биби тем временем пытается убить Бэ. И когда я понял, что Биби не тимилась с Бэ, то я сразу начал ее убивать. Но что-то пошло не по плану, и убил в итоге ее не я, а Спайк. И вот так вот мы отомстили за нашего тиммейта. Спустя некоторое время мы нашли Эль Прима, а также Бэ. Пчела сразу разнесла примата, и я, конечно, на нее залетаю. Пчелу я, конечно, убил, но от того, что я реально испугался и подумал, что пчела меня сейчас вынесет, я подрубил свой гаджет. На карте уже остается 3 бойца, и я думаю, что уже можно кого-то закрысить. И тем более Тара как-то агрессивно на мне набивала ульт, поэтому я ее сразу убил. И вообще, я считаю, что когда осталось 3 бойца на карте, то уже можно, в принципе, добросовестно крысить челиков. Спайк уже ушел в газы, потому что понимает, что против меня он ничего не сделает. Да и, в принципе, если бы у него было побольше банок, думаю, он бы все равно ушел в газы. Потому что челик рил нормальный и не крысит. А сейчас я объясню вам, почему же я не записал последнюю катку до 25 ранга. Все, ребят, просто. Я думал, что займу топ-2, и мне останется 748 кубков до 25 ранга. Но оказалось, я занял топ-1. И вот так неожиданно я апнул 25 ранг на Эдгаре. С вами, как обычно, был Влад, и всем пока-пока.